Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для Sword Slasher. Для этого переходим на мой сайт. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А далее, что нам нужно сделать? Если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits. И скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать Star. А далее, в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. А пока что есть один скрипт, возможно в дальнейшем будет больше. А нажимаем кнопочку скачать. Потом еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее, заходим в Roblox, открываем чит. В чит вставляем скрипт. Заходим в настройки. И выбираете любой DLL, который хотите использовать. А также то, что сразу скажу, то, что этот скрипт работает на любом DLL. То есть не обязательно здесь мощный DLL выбирать. Вот, ну я выбрал CoreNL, я часто с ним пользуюсь. Напомню то, что он используется с ключ-системой. А давайте я вам быстренько короткое видео прикреплю, как его получить. Вы его получите и продолжим. Так, ну я думаю, вы получили ключ. В принципе, сложного там ничего не было. После того, как вы его получили, в это окошко, которое вот сейчас у вас должно быть открыто, у меня сейчас долго проверяет, но я уже ключ получал, меня больше просить не будет. Вы, короче, вставляете этот ключ, нажимаете Enter, и это окошко пропадает. Все, вот оно у меня пропало, потому что ключ я уже сегодня получал, активировал, так что все отлично. А далее, что нужно сделать, это нажать на кнопочку Xcode. Нажимаем. И вот появляется сам скрипт. В принципе, функций здесь немного, но и режим, естественно, малофункциональный. Так, давайте к ним присоединимся. Значит, смотрите, первая функция, к сожалению, пофикшена. Возможно, какой-то обход системы найдут, но точно не знаю. Значит, включаем функцию Bring Mobs. И вот смотрите, что происходит. Эти мобы, короче, вперед меня тпхаются, и я их спокойно могу убивать. То есть они даже мне никакого дамага не наносят, как видите. Моим соперникам они могут дамаг наносить, а мне, как видите, вообще ничего сделать не могут. Вот. Тогда просто включаете, короче, автокликер. И с помощью автокликера убиваете вот этих всех мобов. Насчет автостатс, это, короче, автоматическая прокачка. То есть, допустим, защиты, силы, агилити, регенерация и удача. Вот, я обычно всегда прокачиваю силу, чтобы быстрее их убивать, и все. Вот так включаете автокликер и фармитесь потихоньку. В принципе, я думаю, прикольный скрипт нашел для вас сегодня. Кому понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, напомню, то, что будет в описании. А с вами был Избан. Всем удачи и пока.